Здравствуйте! Сегодня хочу представить вам микс. Это микс-стоп фирмы Канда, Германия. Стоимость за килограмм 1035 рублей. Упаковка у данного мешка выходит 17900. Себестоимость 1 единицы 203 рубля. Все вещи новые. Посмотрим, какой состав. По сезонности это будет лето. Такая мужская футболка. Размер М-ка, хлопок. В Германии, как правило, в основном это хлопковые натуральные ткани, синтетики здесь встречается немного. Еще одна мужская футболка, также размер М. По составу это женская и мужская одежда, плюс немного аксессуаров здесь встречается. Такая блузка шифон, Джессика Канда, 48-50 размер, с коротким рукавом. Она блузка-туника. Еще одна легкая блузка с коротким рукавом, размер 38. Футболка женская, размер XL. Еще одна женская футболка, также хлопок, размер М-ка. Блузка легкая, шифон. Здесь у нас идет принт зебры, 38 размер. Такая интересная блузочка. Размер М-ка, женская футболка. Здесь такой получается велюровый принт. Листочки. Шорты, 34 размер. Футболка пола мужская, достаточно плотная. Размер М-ка. Майка базик. Она хорошо тянется. Стрейч, размер М-ка. Джинсы. Джинсы мужские, 36 размер, длина 32. Встречаются также здесь палантины легкие и шарфики. Вот такой легкий шарф. Он получается идет даже как пончо-накидка. Маечка женская, размер S-ка. Клокхаус, размер XS. Брюки мужские 50 размера. Классика. Фирма Клокхаус, размер L-ка. Майка женская. Топ, размер S. Мужская футболка пола, размер 3XL. О, 18 килограммов. Футболка с рукавом удлиненным и такой глубокий вырез, размер М-ка. Ладно, я сейчас на стол высыплю и посмотрю, что там. Маечка женская, Клокхаус, размер L-ка. Я не знаю, трусов нет, вот так и термобелевый. Джессика майка, размер L-ка. Такая однотонная еще одна футболка пола, размер 3XL. Маечка женская, размер S-ка. Джинсы женские, 52 размера. Посадка средняя и у нас нога прямого кроя. Легкая маечка Клокхаус, размер M. Легкая платьишко сарафан, размер 34. Легкие гавайки на резинке. Six Sense, размер 38. Хлопковые мужские шорты 38 размера. Маечка фирмы Disney. Немного удлиненная сзади, с таким веселым принтом. Размер S-ка. Еще одна маечка. Размер S.
Так, вот две рубашки новые. Канда размер 45-46 и 37-38. Они идут, это с коротким рукавом и с длинным рукавом. Шорты из легкой джинсы на резинке. Канда, так, размер 40-й. Маечка, размер XS. Легкий, такая легкая блузочка фирмы Clock House 38 размера. XS. Хлопковая танковка Clock House размер S. Джинсовый комбинезон. Он идет для беременных. Здесь у нас присутствуют резинки, чтобы утягивать животик. Размер 48. Два легких палантина. Шорты мужские пляжные. Размер L-ка. Легкий женский шикотажный сарафанчик Джессика, размер М, на бретелях. Длина у нас идет в пол. Хлопковый пиджак мужской 52 размера. Юбка канда, замочек. 42 размер. Юбочка. Длина у нас идет в пол, без разрезов, на резинке. Размер М-ка. Шорты, джинс, размер 30-й, Clock House. Еще одна легкая маечка, Clock House, размер М-ка. Легкая футболочка размер 44-46. Шифоновый сарафан. Он идет без бретелей. Clock House 36 размера. На резинке. По бокам у нас присутствуют разрезы. Танковка хлопок Clock House размер М. Два ремня. Хлопковые брюки, канда 44 размера, нога немного зауженная, топы, здесь два таких топа безразмерных, легкие шорты на резинке женские. 44 размер, Clock House. Колготы. Так, 70 ден. Здесь две пары. Темно-синие и серые. Маечка размер XS. Мужские слаксы Анжела Литвика 34 размера. Ростовка 32. Футболка пола размер L-ка. Еще два топа здесь встретилось. На данном топе присутствуют стразы. Купальник. Нет, получается купальные трусики. И отдельно размер XS и 40 размера лапки. Еще одна хлопковая маечка Джессика. Футболка мужская хлопок размер M.
размер L-ка. Майка мужская, размер L. Также размер L-ка, женская майка. Хлопковые шорты Angela Litvica, мужские, 33 размер. Футболка поло размер 2XL. Легкий топ Клубхаус, размер S-ка. Легкая футболочка размер XS, Канда. Маечка размер S. Укороченный топ размер M-ка. Мужская футболка размер S. Размер M. Хорошее преимущество данного микса, что здесь футболочки хлопковые мужские. Мне очень понравились. Клубхаус, 44 размер, джинсовые шорты женские. Майка женская, размер L. Легкий комбинезон на бретелях. Размер M-ка. Футболка пола размер S. Размер M мужская футболка. Топ женский на бретелях. Они у нас перекрестные на спинке. Размер L. Хлопковые штаны на резинке. Размер 3XL. Немного зауженные. Здесь получается у нас есть манжет. Сарафан хлопок. Длина до колена. Размер XL. Здесь получается в бретельках двойные. Еще одна маечка. Мужская майка размер M. Сарафан. Как лапша, он хорошо тянется. Размер XL, Клубхаус. Хлопковая мужская рубашка. Клубхаус, размер M. Легкая платьишко на бретелях. Здесь присутствует такой вырез. Размер XL. Поло 3XL размер. Джинс Клубхаус, шорты женские 38 размера. Клубхаус размер M, мужская рубашка с коротким рукавом. Футболка размер 2XL. Маечка размер M-ка. И последняя футболка мужская, поло, Angela Litvica, размер M. Это была позиция 100 канда. Стоимость за килограмм 1035 рублей. Себестоимость одной единицы входит 203 рубля. Спасибо.